повторяют нам гол. Я советую сохранить его себе на память. Едва ли мы такое еще скоро увидим. Все-таки удары Скорпиона мало у кого получается. Во-первых, потому что мало кто решается на них. А во-вторых, должно очень многое сойтись, чтобы в конце концов мяч оказался в воротах. Так что гол по-своему получился уникальным. Тони Кросс. Робин Ван Перси. Беркамп наносит удар. Отбивает мяч Касильяс. Вот и все. С этой атакой покончено. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Есть подача в штрафную. Неплохой заброс вперед. Есть на фланге пространство. Получается навесить в штрафную. Все-таки не... Все, этот матч закончен. У хозяев повода для радости нет. Они проиграли сегодня. Совсем у них игра не получилась. Соперник ниже. И пойдет он дальше сейчас. Игра идет в одни ворота. И у нас 5-0. Подкатился, забрал мяч, начал атаку своей команды. Что еще нужно? Хороший пас получился. Проходит передача. Что он придумает? Момент закончен. Ничего опасного не получилось создать. Деннис Беркам. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Многообещающе выглядела эта контратака, но в итоге быстро все сошло на нет. Робин Ван Перси. Артур. Бить тут надо. Вратарю не пришлось вступать в игру. Робин Ван Перси. Это вне игры. Много еще играть. 10 минут. Не получается сохранить мяч. Разница в счете приличная, и у хозяев почти не осталось времени, чтобы это исправить. Если не забить в ближайшие минуты, то Извини, что прерываю. Отличная позиция для удара. Гол! Как он классно мяч поймал на ногу. Отличный удар. Повтор голевой атаки у нас. И не могу не отметить навес. Он получился идеальным. И забил, как классно ушел из-под прессинга со стороны защиты и отправил мяч точно в створ. Игра продолжается. У нас уже 5-1. Мяч за боковой уходит. Будет аут. Марко Ройс. Атака прервалась на подступах к штрафной. Есть вариант для паса. Робин Ван Перси. Найти не передача. Ну ничего себе! Какой удар получился и какой гол! Потрясающее исполнение. Записывайте кандидата на лучший гол сезона. Повторяют нам гол. Я советую сохранить его себе на память. Едва ли мы такое еще скоро увидим. Все-таки удары Скорпиона мало у кого.